Впервые искусственное воздействие на погоду произошло в 1946 году. Тогда американский химик Винстон Шаттер из самолета рассеял над горой Грейлок 1,5 килограмма сухого льда, что вызвало обильный снегопад. Суть методики провоцирования осадков заключается в рассеивании в облаках с помощью самолетов, ракет или снарядов специальных реагентов, йодистых соединений серебра, сухого льда и даже обычного цемента. Они притягивают к себе капли влаги, содержащиеся в атмосфере, тяжелеют и выпадают в виде дождя или мокрого снега. В конце 40-х годов возможность создания искусственных осадков вызвала в США настоящий погодный бум. Коммерческие фирмы наперебой предлагали фермерам климатические услуги. Колоссальная сила природных стихий могла стать новым оружием массового уничтожения. 28 марта 1964 года возле побережья Аляски произошло невиданное по силе землетрясение мощностью 8,5 баллов по шкале Рихтера. Его мощность была сопоставима со взрывом 1200 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Гигантская волна до основания стерла 3 поселка на Аляске. Погибло 107 человек. За год до этого землетрясения США вывели на низкую орбиту около 400 миллионов медных игл длиной около 2 сантиметров. Постепенно опускаясь, иголки достигли атмосферы Земли через год, что привело к резкому изменению теплового баланса. Землетрясение, которое вскоре произошло на Аляске, силой 8,5 баллов, это явилось результатом как раз воздействия вот этих вот иголок, выброшенных в атмосферу. Советская разведка докладывала о том, что мощнейшее землетрясение на Аляске стало результатом секретного эксперимента в рамках проекта Министерства обороны США «Prime Argus» – «Главный страж». Эта программа была запущена в 1951 году. Ее задачей было выяснение способов вызова землетрясений в военных целях. К началу войны во Вьетнаме в армии США имелась спецслужба для управления климатом. В небе Южного Вьетнама самолеты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Они распыляют отравляющие вещества, уничтожая урожай на крестьянских полях. Пентагон испытывал геофизическое оружие и в боевых условиях. Это произошло во Вьетнаме, где одна за другой были проведены операции «Шпинат», «Римский плуг» и «Рука фермера». Операция «Шпинат» проводилась в течение 5 лет и включала обработку облаков над Вьетнамом особыми реагентами, вызывающими обильные ливни, с целью уничтожения рисовых полей, а также так называемой «тропы Хо Ши Мина» – пути снабжения южно-вьетнамских партизан оружием и снаряжением. Результат проведения шпината – тысячи километров заболоченной, непригодной для жизни и земледелия земли. Во время проведения операций «Римский плуг» и «Рука фермера» 200 бульдозеров со специальными ножами сняли верхний слой почвы, а особые реагенты вызвали красные дожди на долгие годы, превратившие 65 тысяч квадратных километров страны в выжженную землю. Для верности над этой территорией распылили еще и 90 тысяч тонн гербицидов. Производство компании Monsanto. Масштабное распыление дефолиантов над лесными массивами и сельскохозяйственными угодьями в Индокитае приводило к уничтожению традиционной среды обитания и средств выживания местного населения, изменяло природную среду обитания. До сих пор в районах, где применялись эти вещества, тысячи детей рождаются с неизлечимыми болезнями, генетическими патологиями и страшными мутациями. После войны Monsanto стала разрабатывать трансгенные продукты. В 1969 году на острове Испаньола, принадлежащем одновременно Гаити и Доминиканской республике, Пентагоном был практически проверен проект «Яростная буря», разрабатываемый с целью управления ураганами. С помощью йодистого серебра и углекислоты было проведено так называемое тушение урагана, резкое уменьшение его интенсивности и изменение направления движения в сторону Панамы и Никарагуа. По мнению специалистов, этот эксперимент доказал реальность управления ураганами. Помимо выполнения вспомогательных функций, климатическое оружие способно поражать население. С помощью специальной ракеты на территории противника возможно создание озоновых дыр, через которые ультрафиолетовые лучи будут беспрепятственно падать на землю. Это может привести к ожогам, к образованию раковых опухолей и бесплодию.
К середине 70-х годов стало ясно, что человечество вплотную подошло к созданию климатического оружия, сопоставимого по эффективности с оружием массового поражения. Вопрос о запрещении химико-бактериологического оружия широко обсуждался в Берлине участниками Всемирной ассамблеи мира. В 1977 году был подписан договор о запрете управления погодой в других странах. По этому договору манипулировать погодой разрешено только в собственной стране. Вы маскируете свои воздействия, маскируетесь под естественные явления. Ну, дождь – естественное явление, град – тоже, и снег, мороз, жара. Никто не догадается, что на самом деле государство в прекрасных отношениях одно другому чинит вот такие гадости. 12 марта 1991 года советская разведка докладывала, что во время очередного полета шаттла был выведен на орбиту специальный спутник «Сирий-Крас», который предназначен для проведения эксперимента по созданию химических облаков. За время работы на орбите американский спутник создал в космосе два десятка облаков над разными районами Земли. Российские специалисты предположили, что тогда США провели испытания нового противоспутникового оружия. Если спутник пролетит через такое облако, то он может выйти из строя, так как его поверхность покроется неким веществом, в том числе солнечная батарея, которая может перестать работать. Ученые выяснили, что влиять на климат можно не только химическими реагентами, но и облучая ионосферу электромагнитными волнами сверхвысокой частоты. Еще в 1952 году шеф Белого дома по вопросам разработки средств воздействия на окружающую среду капитан Говард Орвилл заявил, что Министерство обороны изучает возможность создания средств управления электрической заряженностью Земли и атмосферы, что откроет путь к возможности управления погодой. Для этой цели будет использован электронный луч, способный ионизировать атмосферу или, наоборот, уменьшать концентрацию в атмосфере ионов. Электромагнитное оружие позволяет гарантированно выводить из строя не только электронную аппаратуру войск противника, но и парализовать системы государственного и военного управления. В 1923 году американские ученые Ленг, Мюр и Тонск предложили новый физический термин – плазма, форма существования вещества при температуре свыше 10 тысяч градусов. Все космическое пространство, в том числе и верхний слой атмосферы, ионосфера, состоит из плазмы. Плазма – электрически активная среда, поэтому можно дистанционно воздействовать на плазменное образование с помощью энергетического или магнитного поля. История создания плазменного оружия до сих пор мало известна по причине повышенной секретности. Плазменная аэродинамика открыла перед авиацией новые возможности. Окружив самолет плазмой, можно резко снизить сопротивление воздуха и увеличить скорость полета в десятки раз. Оказывается, можно облететь земной шар за несколько минут. Плазменная оболочка скрывает самолет от всех типов радаров. Столь эффективная военная технология породила и массу побочных продуктов. За последние 10 лет появились десятки видов так называемого «бескровного оружия», такие как электромагнитные бомбы, микроволновые и лазерные пушки самых разных размеров и мощностей. Библейское чудо Моисея, раздвинувшего морские воды, готовы повторить американские ученые. Они заканчивают разработку особых излучателей, способных создавать вокруг себя пространство, непроницаемое для влаги. Возле объекта возникает что-то наподобие большого воздушного пузыря. Применять это достижение можно будет где угодно, например, строить дамбы и подземные туннели без нагромождения бетона. Огромные массы воды можно заключать в невидимые резервуары без каких-либо конструкций. Миниатюрное устройство на кончике трости превращается в изящный, неподвластный ветру зонтик. Излучателю отводится немалая роль и для военных операций. Без единого выстрела можно потопить вражеский корабль. В Пентагоне есть, наверное, самый засекреченный отдел, который имеет две там составляющих. Одна открытая, которая участвует в переговорах и так далее, а вторая закрытая – это отдел перспективных вооружений. Два ведущих подразделения там, или департамент К климатический, ну и второй департамент П политический. Так вот, департамент К занимается именно климатическими исследованиями и именно тем, чтобы превратить вот возможности климата в мощное оружие массового поражения.
Именно этот отдел руководит мощнейшим радиотехническим комплексом, радиоэлектронным комплексом на Аляске, который называется ХАРП. Этот же отдел имеет свои штабные структуры и исследовательские лаборатории на Бермудах. Этому же департаменту К передан мощнейший современный крейсер «Вирджинии», на который установлено именно электронное оборудование. То есть сегодня американцы научились управлять климатическими процессами. На создание геофизического оружия нацеливал и доклад ЦРУ потенциальные последствия тенденции в мировом населении, производстве продовольствия и климате, который был обнародован в 1975 году. В докладе говорилось, что искусственное изменение климата в СССР, Китае и ряде слаборазвитых стран предоставит США степень власти, которой доселе они никогда не обладали. А Збигнев Бжезинский примерно в это же время в своей книге «На рубеже двух веков» предсказывал: технология даст лидерам великих держав методы ведения тайных войн, для которых не потребуются спецвойска. Технологии влияния на погоду смогут вызвать продолжительную засуху или ураганы. Совет Безопасности ООН собирался в апреле 2007 года, исследовал проблему изменения климата и угрожающие тенденции проявления этого возможного оружия. В Англии газета «Гардиан» написала целое исследование, что на почве попыток воздействия на те или иные страны лучше всего использовать климат. И климатическое оружие, как бы в исследованиях британских ученых и американских ученых, работающих над конкретными программами, они фактически доказывают серьезность и убежденность в наличии данного оружия. Климатических процессов лежит естественное единство земного, околоземного и космического пространств, находящихся в состоянии природной гармонии. Нарушение или изменение этого состояния одного или нескольких природных элементов приводит к разрушению данной гармоничной системы, что и познали ученые США. Физик Тромбли указал на сходство между опытами по воздействию на атмосферу излучением в несколько миллиардов ватт с непредсказуемыми последствиями и первым испытанием атомного оружия. Роберт Оппенгеймер, знаменитый физик, через много лет после испытаний ядерного оружия признал, что ученые не представляли себе, что последует за срабатыванием устройства, остановится ли цепная реакция или пойдет дальше, вовлекая легкие элементы. И правительство прекрасно знало об этом. Более того, спектральный анализ, особенно в зоне крайне низких частот электромагнитного спектра, ясно показывает, сколь высокой степенью нелинейности отличаются последствия ядерных взрывов. Под нелинейностью подразумевается возникновение явлений, нарушающих законы сохранения энергии, другими словами, неожиданных и непредсказуемых. Подобные явления стали сюрпризом для ученых, которые до сих пор не могут объяснить их причину. В августе 1958 года американцы провели первый ядерный взрыв на высоте 70 километров вблизи нижней границы ионосферы, который дал непредвиденный результат. По первоначальному замыслу, электромагнитный импульс взрыва должен был сжечь всю электронику в радиусе нескольких сотен километров. Этот эксперимент проводился в интересах изучения возможности прорыва советских ПВО. Но космический ядерный взрыв вызвал устойчивое ионосферное возмущение, который не только надолго нарушил радиосвязь на расстоянии многих тысяч километров. В южном полушарии на архипелаге Самоа, в 3500 километрах от атолла Джонстон в Тихом океане, над которым проводился взрыв в тропическом небе, вдруг вспыхнуло яркое полярное сияние. Оказалось, что заряженные частицы, рожденные ядерным взрывом, устремились вдоль магнитной линии, которые связаны с Самоа и Джонстон, так называемые магнитно-сопряженные области, противоположные полушария, и прожгли дыру в ионосфере Земли. Вслед за этим испытанием последовали еще два – «Аргус» и «Старфиш». В ходе «Аргуса» было проведено три ядерных взрыва в космосе с целью изучения их воздействия на природу. Их результатом стали целые серии климатических катастроф на Земле, продолжавшиеся несколько лет. В
Во время «Старфиш» было проведено два взрыва. Однокилотонный на высоте 60 километров и одномегатонный на высоте нескольких сотен километров. На этот эксперимент Земля ответила сползанием в океан большей части побережья Чили. Есть достоверные факты, что, например, испытания ядерного оружия в Семипалатинске часто вызывали землетрясения в Иране. Сейсмологи, впрочем, опровергают эти разговоры, заявляя, что даже самый большой ядерный взрыв не может оказать воздействия на колоссальные континентальные пластины. Вообще-то тектонические вот эти разломы, они создают такое поле высокого напряжения. И вот если чуть-чуть усилить это поле, усилить вот это напряжение, то происходит явление типа землетрясений, что вызывает цунами, ураганы и прочее, прочее. В январе 2006 года в Пентагоне докладывали начальнику штабов вооруженных сил США генералу Ричарду Майерсу о том, что импульс, вызванный взрывом ядерного заряда мощностью в 1 мегатонну на США, способен вывести из строя электронику от Мексиканского залива до Канады. Очень интересно, почему, например, американцы очень сильно скрывают сейчас информацию, раньше они ее выдавали, информацию о создании глубоко проникающих миниатюрных ядерных боезарядов. Так вот, куда эти боезаряды могут проникать? Не могут ли они проникать вот в эти тектонические разломы и благодаря взрыву приводить к природным катаклизмам? Еще в 50-х годах отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров утверждал, что можно вызывать землетрясения с помощью ядерных зарядов, установленных в зонах напряжения земной коры. Считалось, что небольшой направленный подземный ядерный взрыв может по эффекту ряби вызвать природные катаклизмы за 1000 километров от его проведения. И в России, и в США разрабатывалось сейсмическое оружие. Инициировать землетрясение – можно также закачкой жидких промышленных отходов, химических или ядерных, сейсмоактивный разлом. Одновременно проводились и проводятся интенсивные исследования зон сейсмической напряженности. В зонах тектонических разломов земной коры образуются силовые энергетические поля, которые, достигнув определенного уровня напряженности точки бифуркации, взрываются землетрясениями, вулканическими извержениями, ураганами и цунами. Похоже, американцы нашли способ воздействовать на поля тектонической напряженности, усиливая их и искусственно доводя до точки бифуркации. За несколько дней до землетрясения в Армении прошли очередные ядерные испытания в Семипалатинске. 7 декабря 1988 года были полностью разрушены город Спитак, 58 сел, частично города Ленинакан, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Погибло 25 тысяч человек. После некоторых испытаний у нас в Семипалатинске и в Америке на их ядерном полигоне Невада в Мексике возникали довольно сильные землетрясения. И очень дружно и согласно и мы, и Америка в этом случае отрицали и говорили, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Согласно рассекреченным в 1991 году данным, буквально после каждого ядерного испытания на расстоянии до 2000 километров от места взрыва происходили землетрясения. Регистрирующая аппаратура, которая ставилась на Семипалатинском полигоне, часто выходила из строя еще до того, как оттуда приходила ударная волна. Оказалось, что при ядерном взрыве возникал мощный электромагнитный импульс, который сразу выводил из строя электронную аппаратуру. Академик Сахаров разработал безъядерный взрывомагнитный генератор, прообраз электромагнитной бомбы. При этом энерговыброс по сравнению с первоначальной мощностью возрастал в 1000 раз. Удар молнии, который так пугает людей и приводит большие разрушения, это с точки зрения вот взрывомагнитного генератора, это вещь очень маленькая, на в 10 тысяч раз меньше. Впервые электромагнитные бомбы, использующие взрывомагнитные генераторы, были применены в 1998 году американцами в Югославии, а в 2003 году с их помощью попытались вывести из строя Багдадский телецентр. В 1984 году ВМС США выпустила работу «Локальные конфликты и современные технологии», в которой была статья «Ядерное и электромагнитное оружие в локальных конфликтах». В ней рассматривается вопрос о применимости ядерного оружия в
качестве генератора сверхмощных электромагнитных импульсов ЭМИ, поражающих электромагнитное оборудование противника. В качестве альтернативы автор статьи обсуждал возможность использования менее жесткого метода, который, к тому же, обеспечивает более точный контроль за ситуацией. Вот что было об этом сказано. Ядерные ЭМИ-заряды не являются единственным способом создания электромагнитных импульсов разрушительной мощности. Источники электропитания, накопители электроэнергии и микроволновые излучатели уже дошли до того технологического уровня, на котором становится возможным генерировать электромагнитные импульсы ЭМИ, достаточно мощные для того, чтобы нарушить работу, повредить или вывести из строя системы, использующие высокочастотные электромагнитные компоненты, не прибегая при этом к использованию оружия массового поражения. 21 век уже будет иным. И поэтому американцы, что тоже вызывает подозрение, при президенте Обаме очень странное миролюбие демонстрируют. Объявляют оружие устаревшим, ненужным, ядерное оружие, потому что готовится более эффективное, более замаскированное климатическое оружие. Уже в 70-е годы советские ученые обнаружили, что сейсмопровокацию можно устроить иным способом, с помощью электрического излучения. Электрический импульс длится всего 3 секунды и способен спровоцировать землетрясение в радиусе 500 километров. Такой генератор можно было установить на передвижных платформах. Последние десятилетия 20-го столетия они привели к тому, что уже стали заниматься более глубокими такими системными исследованиями использования климата для военных целей. Более того, американцы сейчас реально рассматривают климатическое оружие и психотронное оружие как замену ядерному оружию или бывшему оружию массового уничтожения. Соединенные Штаты не только оторвались от всех других стран мира в классе современных высокоэффективных обычных вооружений, но и получили в руки новое оружие массового поражения, глобального воздействия. Ядерные боеприпасы выглядят весьма устаревшими на фоне вышеописанных систем. Отсюда миролюбивые призывы Вашингтона к всеобщему ядерному разоружению. Важно сделать всех конкурентов и соперников беззащитными перед американской демократией. В мае 1954 года президенту США Дуайту Эйзенхауэру была подана докладная записка, в которой, в частности, говорилось: «Уже в ближайшие годы мы сможем контролировать погоду в Москве. Как известно, что основные атмосферные явления в Россию приходят с Запада. Обрабатывая облака специальными реагентами, мы будем стимулировать у русских катастрофические ливни или засуху». Эти планы стали известны руководству СССР. В 1956 году для исследования возможностей управления погодой в Москве был создан Институт прикладной геофизики. Управление климатическими явлениями могло стать серьезным барьером для высокоточных бомб и ракет. Угроза создания американцами климатического оружия заставила правительство СССР поручить советским ученым аналогичные исследования. В процессе исследования выяснилось, что его применение на поле боя является достаточно эффективным средством. Гидрометеослужба была оснащена специальными ракетами для изучения верхних слоев атмосферы. Их использование впервые позволило получить ценнейшие данные о высотном распределении температуры, давлении, плотности воздуха, направлении и скорости ветра, что стало важным фактором для повышения точности нанесения ядерных ударов. Возможности современных метеоракет не ограничиваются пассивным наблюдением. Оно одновременно является грозным противоспутниковым оружием. 1964 году была создана самая мощная метеоракета МР-12. С помощью специальных реагентов может создавать в космосе плазменное облако, непроницаемое для спутников-шпионов. На высоте 250-300 километров начинка ракеты, состоящая из лития, натрия или цезия, распыляется, образуя в космосе облака, непроницаемые для инфракрасных лучей и блокирующие любые радиосигналы.
Внедрение ракетных комплексов, геофизических исследований вывело Советский Союз на ведущие позиции в изучении верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства. В подмосковном Обнинске была создана не имеющая аналогов в мире лаборатория экспериментальной метеорологии «Тайфун». Ее уникальное оборудование позволяло создать сложные атмосферные явления. Разрабатывались отечественные технологии воздействия на погоду. Там создавались искусственные облака, которые на поле боя не давали бы противнику применять высокоточное оружие. Ученые научились вызывать и прекращать ливни, бороться с заморозками и создавать полярное сияние. К 80-м годам советские ученые достигли больших результатов в области управления климатом. В СССР действовала противоградная служба, была создана специальная метеоэскадрилья. Так, на Олимпиаде 80 самолеты ВВС в течение всего спортивного праздника не дали подойти к Москве дождевым облакам. В 1970 году вышло постановление ЦК КПСС о создании плазменного оружия, стоимость которого не уступала космической программе освоения Луны. Это было время наивысшего расцвета советской экономики. На внутреннем радиусе обороны предполагалось использование плазменных боевых компонентов для уничтожения аэрокосмических целей. Передвижные импульсные МГД-генераторы могли эффективно поражать объекты плазмоидами и мгновенно переключаться с цели на цель. Используя энергию плазмы, даже старые образцы вооружения можно наделить невиданными боевыми качествами. Например, если летящий снаряд окутать плазмой, то ударная волна разваливается, сопротивление воздуха падает и скорость полета увеличивается в десятки раз. Плазменное оружие само по себе является одной из разновидностей геофизического оружия. Его действие заключается в фокусировке в ионосфере высокоэнергетического СВЧ электромагнитного импульса, в результате чего рождается плазмоид, локализованная область высокоионизированного газа или шаровая молния. Разогревая газ ионосферы, плазмоид приводит к образованию на Земле искусственных магнитных бурь, последствия которых сказываются на навигационных системах, погоде, психическом состоянии людей. Действие системы заключается в том, что движущийся в атмосфере плазмоид оставляет за собой след нагретого воздуха с пониженным давлением, непреодолимое препятствие для летательных аппаратов. Летательный аппарат попадает буквально в жерло смерча и разрушается. В 1992 году на артиллерийском полигоне «Владимир-30» в условиях строжайшей секретности прошли первые стрельбовые испытания плазменного оружия. Специальные наземные генераторы сфокусировали плазменный коридор, в котором летел тщательно пристреленный артиллерийский снаряд. Под действием плазмы боеприпас изменил траекторию полета и ушел в сторону от цели. Результаты этих испытаний надолго были закрыты грифом «совершенно секретно». При воздействии плазменного оружия на самолет можно привести к тому, что самолет лишается подъемной силы, входит в неуправляемый штопор и разрушается под действием огромных перегрузок. То же самое происходит и с боеголовкой ракеты. Она спотыкается, начинает вращаться и разрывается собственной кинетической энергией. Оказывается, опаснейший враг летчиков – шаровые молнии – могут быть поставлены на службу авиации. Окружив самолет плазмой, можно резко снизить сопротивление воздуха и увеличить скорость полета в десятки раз. Выводя из строя системы связи и навигации противника, плазменные пушки в будущем могут стать основным видом вооружения войск радиоэлектронной борьбы. При столкновении с объектом плазменное образование, плазмоид, должен действовать аналогично урановому снаряду и выделить при взрыве заряд разрушительной энергии. В середине 50-х годов прошлого века в Институте атомной энергии была создана экспериментальная установка «Токамак». Управляя движением горячей плазмы, ученые пытались запустить термоядерную реакцию, как на Солнце, и получить уникальный источник электроэнергии. В 1974 году в Московском научно-исследовательском институте радиоприборостроения была запущена не имевшая аналогов экспериментальная установка «Открытый резонатор ДОР-2». Первыми в мире советские ученые начали создавать управляемые шаровые молнии. В вакуумной камере, имитирующей атмосферу, на разных высотах фокусировалось непрерывное СВЧ-излучение мощностью 20 мегаватт,
и возникало стабильное плазменное образование. Изменяя параметры накачки специфических электромагнитных импульсов, можно было регулировать форму и характер плазменных разрядов. Вы видите эксперименты по созданию лабораторных плазмоидов. В октябре 1989 года ТАСС сообщила о массовом появлении неопознанных летающих объектов в центральном черноземном районе. Многочисленные свидетели рассказывали, что видели разнообразные светящиеся шары, перемещающиеся с огромной скоростью на высоте около 200 метров. Некоторые утверждали, что вступили в контакт с иноземным разумом. Как оказалось, причина появления неопознанных объектов крылась в сверхсекретных испытаниях советских метеорологических ракет. В апреле 1982 года над Кольским полуостровом вспыхнуло необычное яркое северное сияние. В течение нескольких часов на всем протяжении Северного морского пути были зарегистрированы перебои с радиосвязью. Оказывается, Кольский полуостров был испытательным полигоном одного из самого секретного изделия советского оборонного комплекса. Специалисты Института физики высоких температур спроектировали мощнейший импульсный МГД-генератор «Сахалин». В СССР было создано целое семейство магнитно-гидродинамических генераторов, мощность излучения которых позволяла бороться с воздушными целями и быть эффективными средствами морской и подземной разведки. В конце 20 века советские ученые занимались созданием геофизического оружия. В 150 километрах от Нижнего Новгорода был оборудован уникальный комплекс «Сура», где подземные генераторы вырабатывали мощные электромагнитные импульсы, антенные излучатели создавали радиопомехи и могли выводить из строя системы американской космической навигации. В России такая установка создавалась, она существует, называется она «Сура», но это не «Харп». Главное отличие состоит в том, что она по мощности, во-первых, на порядок слабее «Харпа», а самое главное состоит в том, что эта система, которая «Сура», не представляет собой фазированной антенной решетки. Поэтому оказать модификацию сколько-нибудь заметную ионосферы она не позволяет. Она действительно существовала и предназначена для зондирования ионосферы. Но в перспективе она могла быть развернута в ХАРП. В частности, вот та станция, радиолокационная станция, которая строилась в Красноярске в свое время, в советское время, она могла быть в перспективе преобразована в очень мощный излучатель для модификации ХАРП ионосферы, то есть быть своего рода советским ХАРПом. Ну, как вы помните, Горбачев, развитие создания этой станции прикрыл, а потом Ельцин окончательно ее ликвидировал. Через реформу, через демократию, через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включения, вот это только путь. К этому надо. Там уже вы, власть в натуре. После развала Советского Союза финансирование работ по созданию плазменного оружия было прекращено. К сожалению, в Советском Союзе после распада страны эти программы с базовым центром исследований в Нижнем Новгороде были закрыты. Информация и все наработки советских ученых при коллаборантском режиме Ельцина были вывезены за рубеж, что само по себе является военным преступлением, ибо это подрыв национальной безопасности России. Но отсутствие государства на этой линии свидетельствует о том, что ситуация неуправляемая. У нас в стране фактически альтернативных сдерживающих программ против англо-американских и прочих исследований нету. И это тревожный сигнал всем, кто переживает за судьбу России. В начале 80-х годов под Москвой построили похожее антенное поле. В 90-е годы подмосковные антенны растащили. Нижегородская «Сура» разваливается от времени. 28 лет без капитального ремонта. Денег на эксперименты не хватает. В апреле 93-го года в Ванкувере на встрече с главой Белого дома
президент России Борис Ельцин предложил провести совместные российско-американские испытания экспериментального комплекса плазменного оружия на атолле Кварджлен в Тихом океане. Российские ученые предложили установить там наземные генераторы лазерного или СВЧ-излучения. Фокусируя энергию в верхних слоях атмосферы, они могли создать управляемое плазменное облако. Моментально разогреваемый воздух превращался бы в плазму, не имеющую плотности. Россия готова была поставить мощные СВЧ-генераторы и несколько десятков тысяч фазированных антенн. Американские специалисты побывали на советской станции «Сура», воспользовались предоставленными им материалами, но вскоре отказались от эксперимента. По странному совпадению, из открытой печати исчезла информация о работе американской станции «ХААРП». Как ни странно, но фундамент «ХААРП» заложил советско-французский эксперимент «АРАКС», проведенный еще в начале 80-х годов. Тогда с французского спутника, проходившего над островом Кергелен в Индийском океане, был произведен выстрел пучком электронов вдоль геомагнитной линии, а соответствующие отклики ионосферы регистрировались в поселке Сагра Архангельской области, где стояла станция с французской аппаратурой. Они получили наши технологии, когда незабвенный Борис Николаевич Ельцин приказал нашим предприятиям, в том числе и научным, вот денег нет, давайте совместно с американцами. И мы свои секреты, значительную часть этих секретов передали, в том числе мы были впереди по исследованию в области непрерывного химического лазера. Мы это передали им. Сейчас они и на самолете устанавливают, и уже отрабатывают на космических платформах. Опять же, против наших баллистических ракет и боеголовок. Сегодня России догнать американцев по разработке оружия 21 века не представляется возможным. Его называют Леонардо прошлого века. Результаты отдельных его экспериментов и в наши дни кажутся фантастическими. По непонятным причинам документы о его работах до сих пор остаются недоступными широкой аудитории. Никола Тесла. Он говорил: «Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия. Перед нами грандиозная задача – найти способы добычи этой энергии». Планета Земля, считал Тесла, является сферическим конденсатором огромной емкости. Это магнета, которая вращается и заряжает этим электричеством атмосферу, особенно самый высокий ее слой, ионосферу. Идея Тесла была проста и одновременно глобальна. Научиться отбирать эту энергию, преобразовывать ее и без проводов передавать в самые глухие уголки Земли. Для экспериментов была построена специализированная лаборатория в Колорадо-Спрингс в 1899 году. Вскоре ученый убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю без проводов и радиоволн. При включении установки громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры, над металлическими предметами горели синие ореолы. «Я преуспел в создании разрядов, мощность которых значительно превосходит силу молний», — говорил Тесла. На следующий день газета «Нью-Йорк Сан» писала: «Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов, гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и над большой территорией так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Оно сосредоточилось по краям человеческого тела, и все присутствующие излучали светло-голубое пламя. Мы сами себе казались призраками». Все газеты писали, десятки номеров о том, как вот с помощью этой установки можно осуществлять передачу энергии на большие расстояния, освещать океан. То есть громадная энергия. Что значит осветить небо над океаном? Если вы посчитаете, то это энергию, которую для этого необходимо, это получается чудовищная энергия. Откуда она бралась? Все электростанции Соединенных Штатов начала века не вырабатывали такой энергии. Своими импульсами в ионосферу Тесла пробивал атмосферу над своей башней,
причем разными способами, и струю воды под гигантским давлением пытался устроить, и рентгеновские лучи, и ультрафиолетовые лучи. Разные способы, чтобы реализовать более простой такой пробой, потому что пробиться на высоты в 100 километров даже – это большая проблема. И свой генератор замечательный, гигантских размеров, трансформатор Тесла он там установил. Вот. И вот он достигал вот такого рода эффектов, воздействовал на сферу и получал энергию. Известно, что в 1930-е годы он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. «Электронный щит», — говорил Тесла, — «будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. Энергия будет передаваться не в виде радиоволн, а в виде некоего луча толщиной в 100-миллионную человеческого волоса. И эта энергия будет способна плавить двигатели самолетов на расстоянии в 250 миль». На острове Лонг-Айленд началось строительство научного городка. Главным сооружением была каркасная башня высотой 57 метров, с огромной медной тарелкой наверху, гигантским усилительным передатчиком и с остальной шахтой, углубленной в землю на 36 метров. Пробный пуск невиданного сооружения состоялся в 1905 году. Ошарашенные журналисты писали, что он зажег небо на пространстве в тысячи миль над просторами океана. Тесле удалось в лабораторных условиях воспроизводить сложные энергетические структуры, шаровые молнии, размером с футбольный мяч. Он держал их в руках, клал в коробку, накрывал ее крышкой и вынимал оттуда. Это были совершенно стабильные структуры, сохранявшиеся минутами. На сегодняшний день удается получить шаровые молнии на очень короткое время и диаметром всего в 3 мм. С помощью своей системы он был намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, питать энергией автомобили, самолеты и даже осуществлять межпланетные коммуникации. Наиболее ярким и невероятным слухом является причастность экспериментов Теслы к Тунгусской катастрофе. Обладала ли башня достаточной мощностью, чтобы спровоцировать тунгусские события? Дело в том, что диаметр конденсатора, установленный на башне, позволял получать разрядные токи до 10 тысяч ампер, а напряжение, которое Тесла там получал, достигало 100 миллионов вольт. Если перемножить эти токи и напряжение, то мы получаем 1 тераватт. Это энергия в импульсе, которую мог передавать Тесла, и которую до сих пор никто не может получить, потому что максимум, что мы передаем по нашим линиям, это 1 миллион киловатт. Это в тысячи раз меньше. Сейчас у нас сделали генераторы 3 миллиона вольт, и считается это большим достижением. А он получал 100 миллионов вольт без всяких проблем. А установка Тесла в Уорден-Клиффе, она как раз позволяла, и она даже была построена именно в расчете на одновременное воздействие на верхние слои атмосферы, то есть на ионосферу, и на Землю. То есть у него это была огромная башня, 60 метров примерно высотой. И вниз эта башня уходит тоже примерно на 60 метров. Там коммуникации, о которых уже мало кто знает. Там баки гигантские с маслом, назначение которого было тоже создавать колебания, но уже в Земле. И вот эта система колебаний, которая идет как по земной коре, так и по, это одна обкладка конденсатора, и так и по верхним слоям атмосферы, вот эти колебания позволяли создать, так сказать, резонансные явления не только в атмосфере, но и в земной коре. Тесла своим генератором, башней Вондерклифф, зажигает по существу разряд в большом пространстве, и кольцевой ток, проходящий над Нью-Йорком, возбуждается вот этот носитель, и энергия передается в район под каменным Тунгусским. Я бы обратил внимание на то, как странно обожжены деревья. Я как физик не могу понять, как такое дерево могло быть обожжено не только по стволу, но и корни обожжены. То есть совершенно непонятные вещи, которые больше всего похожи на то, что там свирепствовали разряды. Причем не обязательно это разряды, похожие на линейную молнию, но может быть и разряды, похожие или обугливание такое, связанное с шаровыми молниями. То есть совершенно какие-то необычайная была электрическая активность. Версия, что это было падение метеорита, но не лезет ни в какие ворота. Значит, люди изучают с 1908 года тунгусское событие. Тайгу прошли вдоль и поперек, ну, может быть, там не каждый квадратный метр, но около того. Вот. И никаких следов метеорита, серьезных, вот действительно, чтобы нельзя
было сказать, что это не просто вот какой-то там камень. Еще за 2 месяца до тунгусских событий над Европой и Россией появились огромные всполохи света, а за 9 дней – цветные зарницы. Свечение резко усилилось за 3 дня до взрыва. В небе России от Урала до Балтики начали появляться светящиеся раскаленные шары. В 1915 году Тесла скажет: «Практическая передача электроэнергии без проводов и производство разрушительного воздействия на расстоянии, безусловно, возможно. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействия большой разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определенные заранее с большой точностью». Он вдруг переключился на импульсы. А мощный электрический импульс означает, что вы имеете дело с разными частотами, но они так складываются, что мощность вся выделяется в очень короткий момент времени. Вот эти импульсные поля, они позволили ему открыть 2 новых вида, ну, не побоюсь сказать этого слова, 2 новых вида материи. Сейчас эти виды материи называют темной материей и темной энергией. Напоминаю, что Тесла сделал эти открытия в 1890 году. И потом уже заработал только с импульса. Создал целый ряд устройств, среди них знаменитый трансформатор Теслы, который работает не как трансформатор, о котором я говорил, вот, который на постоянной частоте работает в быту или в технике, а это трансформаторы, которые создают гигантские напряжения в миллионы вольт, это уже мегавольты. И при этом непонятным таким чудесным образом до сих пор нет расчетов этого трансформатора, методов расчета. Но самый невероятный эксперимент был закончен уже через 6 месяцев после кончины Теслы в октябре 43-го года с целью сделать невидимым корабль. Событие произошло в порту Филадельфии. Когда генераторы включили на полную мощность, случилось нечто неожиданное. Эсминец Элдридж на время исчез, а затем появился на несколько секунд в другом месте, в Норфолке, за 350 километров от Филадельфии. Через очень малое время корабль вновь материализовался в порту, откуда исчез, в Филадельфии. Самое странное произошло с экипажем. Половина моряков исчезла навсегда. Некоторые сошли с ума или приобрели способность исчезать и вновь появляться по своей воле. Самому исчезновению корабля предшествовал густой зеленоватый туман, окутавший его при включении мощных генераторов. В эксперименте участвовали 3 корабля. Упомянутый эсминец был средним, а обшивка других кораблей служила отражателями. По сути, речь шла об открытых лазерах, лучи которых передаются на произвольное расстояние и в любой среде. Такие лазеры Тесла производил в своей лаборатории в Нью-Йорке еще в 19 веке, освещая помещение без ламп, вызывая свечение воздуха. В 1912 году Никола Тесла нашел способ нагревания атмосферы. Он открыл переменный ток, технологию по выработке высокочастотных радиоволн и свободную энергию. Он проводил эксперименты с волнами высокой и низкой частоты, занимался открытием технологии по управлению погодой и методом создания некоего защитного слоя над Землей для отражения и уничтожения ракет. Многие его идеи и разработки настолько опережали время, что при жизни ученого не могли быть реализованы. Не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из них – радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты, реактивные самолеты, летательные аппараты вертикального взлета, суда на воздушной подушке и многое другое. Большинство дневников и рукописей Николы Теслы исчезли при невыясненных обстоятельствах. Идеи и разработки Тесла легли в основу нового сверхмощного современного оружия. Ионосфера – верхний слой атмосферы, заполненный ионизированными атомами. Авроральное течение – потоки заряженных частиц из космоса, солнечного ветра, дующего вдоль линии магнитного поля Земли, вызывающего в полярных широтах нашей планеты северное сияние. Северное сияние кажется единственным напоминанием людям об ионосфере. Но это только на неискушенный взгляд. Уже давно отмечены призрачные небесные огни, предшествующие землетрясениям. А о влиянии солнечных бурь на самочувствие людей и условия радиосвязи знает, наверное, каждый. Пытаясь влиять на состояние ионосферы с помощью оборудования, установленного на ракетах, искусственных спутниках, люди начали довольно давно, но широкий общественный резонанс эта тема приобрела только в середине 90-х годов, когда Соединенные Штаты Америки начали реализацию программы
высокочастотных активных авроральных исследований, или ХАРП. Аббревиатура ХАРП расшифровывается как High Activity Auroral Research Program, что в переводе означает высокочастотная исследовательская программа ионосферы. Эта программа официально объявлена как система мероприятий, направленная на исследование закономерностей развития ионосферы Земли. Фактически, система ХАРП представляет собой установку, которая предназначена для осуществления модификации ионосферы, то есть внесения в нее определенных изменений. Чаще всего, когда говорят об этом проекте, упоминают грандиозный комплекс ионосферных исследований, сооруженный на военном полигоне Гакона, Аляска. Комплекс действительно потрясает. На территории 13 гектаров развернута громадная фазированная решетка антенны, фактически сеть из 180 антенн, которые вместе составляют исполинский излучатель сверхвысоких частот. И американцы, естественно, говорят, что все эти наши установки, они предназначены для исследования верхних слоев атмосферы. И только. Ни об оборонительной функции, ни о наступательной, конечно, не говорят, потому что этим занимаются военные. В ХАРП входят не только антенны, но и радар некогерентного излучения с антенной 20-метрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры, мощные компьютеры для обработки сигналов и управления антенным полем. Питает весь комплекс мощная газовая электростанция. Авроральная резонансная фазированная антенна «Арфа» разработана для экспериментов по воздействию на ионосферу фокусированным пучком электромагнитной энергии мощностью в миллиарды ватт. С помощью пучка создаются плазменные линзы на больших высотах, вмещающие миллиарды кубических метров частиц ионизированного газа. Они используются как отражающие экраны, обеспечивающие надежную работу армейского радиоизлучающего оборудования. При концентрации излучения от этих антенн на ограниченном участке возникает сверхвысокая напряженность электромагнитных полей, которые приводят к дополнительной ионизации части ионосферы. То есть образуются некие такие ионные линзы, где имеют исключительно высокие напряженности электромагнитные поля, которые в конечном итоге могут привести при проходе через эту зону или в прилегающей зоне боеголовок баллистических ракет или самолетов к выходу из строя всей электроники летательных аппаратов. То есть тем самым фактически их уничтожение. ХАРП – это мощная антенна, которая направляет энергию радиочастотных волн в атмосферу. И по самым малым меркам это то, что делает Солнце. Это необходимо нам для того, чтобы при колебаниях в ионосфере мы могли поддерживать коммуникации со спутниками. Поскольку магнитный полюс Земли смещен в сторону Канады, а значит и Аляски, ХАРП оказывается расположен под самым куполом магнитосферы. И это положение иначе как стратегическим не назовешь. Развертыванием комплекса и исследованиями на нем занимается лаборатория Philips, расположенная на базе ВВС США в Кертленде. Ей подчинены лаборатории астрофизики, геофизики и средств поражения Центра космических технологий Военно-воздушных сил США. Когда мы направляем поток радиочастотных волн в ионосферу, волны сталкиваются с молекулами. Они заставляют их субатомные частицы двигаться гораздо быстрее. Это вызывает нагревание атмосферы до 1600 градусов и более. Этот же механизм нагревания осуществляется и при воздействии солнечной энергии. Излучение этой системы превышает мощность естественного излучения Солнца в диапазоне 10 МГц на 5-6 порядков. Соответственно, и наносимый ей ущерб тоже будет больше во столько же раз. Известно, что наша Земля представляет собой, по сути дела, сферический конденсатор, у которого одна часть представляет проводящую ионосферу, а между ними лежит диэлектрик, это атмосферные слои, и еще под ним ниже лежит проводящий слой поверхности Земли. Если вот в этой сферическом конденсаторе вызвать волновой процесс, то за счет воздействия солнечного излучения при определенных условиях он может быть усилен. При наложении волн произвести к самогенерации за счет подкачи энергии со стороны Солнца. В результате, оказывается, в ионосфере возник достаточно мощный волновой процесс, который может оказать значительное влияние на погодообразование. Первым человеком, который действительно работал с ионосферой, то есть обнаружил вот этот проводящий слой, вот эту вторую обкладку конденсатора,
сферического. Первый – это земной шар, вторая – это ионосфера. Это был Тесла. И обнаружил он это где-то еще в конце 19 века. Вот он первый в своих опытах Колорадо Спрингс с мощными разрядами, он обнаружил вот то, что есть вот этот слой, увидел его колебания, измерил частоту этих колебаний и стал учиться использовать вот этот вот естественный конденсатор, который представляет собой земной шар с ионизированным верхним слоем ионосферы. Ионосфера содержит неограниченный объем энергии. В среднем около 8 тысяч электрических вспышек происходит каждый момент вокруг Земли. На Землю направлены миллионы ампер электричества из вспышек молний. Харп может применять триггерный эффект воздействия энергии на ионосферу. Энергию излучаемых ей радиоволн можно концентрировать и модулировать в пределах, ранее недостижимых при помощи других установок и на невиданной мощности. И все это для того, чтобы управлять состоянием ионосферы. По сути, установка представляет собой мощный радиоизлучатель высокочастотного сигнала с возможностью быстрого наведения сфокусированного пучка электромагнитных волн в нужном направлении. Последнее делает ХАРП уникальным нагревательным стендом среди аналогов. Сжатие гигаватт энергии в тонкий пучок дает внутри этого пучка ту мощную энергию прицельного действия, которая необходима. Антенны ХАРП могут достаточно дозировать ширину потока волн, которая будет воздействовать на нужный участок атмосферы. Происходит ионизация околоземного пространства. И создаются некоторые некие такие линзы диаметром до 100 километров. То есть линзы, через которые, например, если она висит над Россией, то усиливаются солнечные потоки, вызываются такие явления, как засуха, вот эта нестерпимая жара, там, и как следствие пожары и так далее. В других случаях, что наоборот, создаются линзы, вызывающие не распыление порошковых каких-то там смесей, а именно за счет ионов воздуха они вызывают, наоборот, выпадение осадков. Земля имеет связь различных силовых взаимодействий. Когда мы направляем мощнейшие потоки энергии в атмосферу, мы не можем до конца знать о том, что может это повлечь. В совместно изданном в 1990 году разработчиками ХАРП документе говорится, что с помощью установки будет совершена попытка целенаправленного осуществления пробоя в ионосфере. Это принципиально новый эффект, и он будет достигнут посредством выхода на новый уровень мощности, ранее недостижимый для военного оборудования такого типа. Требуется совсем немного энергии при воздействии на атмосферу, чтобы повлечь реакции с выбросом огромного количества энергии. То же самое с пистолетной пулей, которая имеет небольшой праймер и при выстреле выпускает небольшое количество энергии, которое влечет к выпуску большого количества энергии в самой пуле. ХАРП подобным образом взаимодействует с энергетической системой Земли. Подобные установки, хотя и обладающие меньшими возможностями, существуют на сегодняшний день во многих странах и активно используются в целях научных исследований ионосферы. Но ни одна из этих систем не обеспечивает того сочетания характеристик излучения и точности наведения луча, которым обладает ХАРП. Все другие нагревные стенды распыляют энергию, а не фокусируют, как ХАРП. Проще говоря, установка представляет собой радиотелескоп наоборот. Она не ловит сигналы, а излучает и способна буквально вскипятить верхние слои атмосферы. Результатом возмущения в ионосфере станет поток длинных волн, которые вернутся обратно, пронизывая Землю, воду и нас самих. Поле антенн, там 24 метра каждый, там сотни. И это поле излучает сигнал в нужную точку ионосферы. Значит, на высокой частоте поступает сигнал, разогревает ионосферу в этом месте. Выключается вся эта система. Снова это так называемые фазированные антенны. Радиотехники знают, что это такое. Снова включается. И так много раз. То есть у вас, вы можете ионосферу греть в нужном вам режиме, такими импульсами. И в результате возникают низкочастотные колебания ионосферы. Низкочастотные. Те, которые нужны. Вот с большими длинными волн, который можно рассчитать. Вот принцип действия того, как вы можете возбудить ионосферу. Вы должны что сразу же наблюдать в ионосфере под действием этих полей локального разогрева и мощных токов, которые там начинают
колебаться, вы должны увидеть выделение энергии, то, что наблюдал Тесла в виде свечения над океаном, когда он включал свою установку. Не обратили внимания на важный момент, когда энергия, посылаемая в атмосферу, заставляет ее молекулы в участке лучевого воздействия поглощать энергию, то при правильно подобранной частоте воздействия энергия из ионосферы выбрасывается обратно на Землю. Это будет примерно в 100 раз больше той энергии, которая образуется от удара обычной молнии. Это возможно, что с помощью мощного луча просто сдвинуть кусок атмосферы глубже в космос. С помощью этой технологии слой атмосферы может приподниматься и выталкиваться глубже в космическое пространство. На это говорится, что это кратковременное воздействие, безвредное для Земли. Но на самом деле, когда часть атмосферы сдвинута вглубь, то образовавшаяся дыра заполняется атмосферой из нижних слоев, меняя погодные условия на Земле. Сложная система взаимодействия этих антенн может вызывать погодные изменения в любой точке мира, полностью нарушать траектории движения самолетов и спутников. Могут вызываться массивные наводнения или засухи. Даже ураганы могут быть вызваны путем нагревания ионосферы. Могут образовываться потоки высокого давления, меняющие траектории движения ураганов. Правительство США официально заявило, что ХАРП является всего лишь проектом по изучению атмосферы. Может, это больше, чем совпадение, что многие эксперты докладывают о странных климатических аномалиях, таких как массивные наводнения, засухи, землетрясения, именно после начала работы этого проекта. Деятельность ХАРП может приводить еще к возникновению так называемого инициирования землетрясений. Если известны точки напряженности в земной коре, то есть точки, где на стыках плит возникают зоны нестабильности, то инициировав в ионосфере волновой процесс, о котором я говорил, можно вызвать, инспирировать в точках наибольшей степени, наиболее напряженных, сброс этой напряженности. В частности, землетрясение в Индонезии, унесшее свыше 100-200 тысяч человек жизней, в результате которого возникло вот это вот грандиозное цунами, которое привело к таким жертвам, было вызвано именно деятельностью ХАРП, вполне возможно. Число возможностей комплекса входит повреждение экосистем, подавление электронных средств связи, как противоспутниковое оружие, радиосвязи с подводными лодками, создание искусственных участков плазмы, плазмоидов в ионосфере, передача электроэнергии в разные регионы планеты, влияние на психику и эмоциональную сферу людей, управление климатом на всем земном шаре. В населенном пункте Тромсе в Норвегии создан филиал как бы этого объекта, и на территории Гренландии тоже мощнейший радиотехнический комплекс, входящий в эту же систему. Это сегодня самые секретные объекты Соединенных Штатов. Под Анкориджем, около 500 километров от Аляски, также строится мощнейшее антенное поле. ХАРП не единственная станция такого типа в мире, но является уникальной. ХАРП может менять используемую частоту волн и менять направление потока лучей, чтобы прицельно действовать на нужную область ионосферы. ХАРП гораздо мощнее других мировых аналогов, проводящих подобные исследования. Нельзя забывать о том, что ионосфера представляет собой электрически заряженную оболочку, которая защищает планету от беспрестанной бомбардировки высокоэнергетическими космическими частицами. Этот слой токопроводящей плазмы, формируемый магнитным полем Земли, поглощает частицы космического вещества и не дает им добраться до земной поверхности. Если ионосфера приведена в возмущенное состояние, это вызывает возмущение более низких слоев атмосферы. Ионосфера Земли – это слой атмосферы, который, подобно пузырю с герметичной мембраной, защищает нашу планету от губительных лучей радиации Солнца. Без ионосферы все живые существа на Земле просто сгорели бы. Наше Солнце – гигантский плазменный шар. Оно выбрасывает в космос огромные массы плазмы. Если бы не защитная оболочка Земли, магнитосфера и ионосфера, эта энергия могла бы уничтожить все живое. Солнечная плазма обтекает Землю, отдавая часть энергии ионосфере. Поэтому на полюсах Земли образуется северное сияние. Вообще существует два принципиальных способа воздействия на ионосферу – распыление в ней химических реагентов и накачка избранных участков сфокусированными пучками радиоволн, возбуждение атомов. Таким образом, можно воздействовать на авроральные потоки заряженных частиц в районе Северного полюса, которые потом распределяются вдоль магнитных силовых линий Земли на огромные расстояния, или создавать локальные высокоионизированные области ионосферы, плазмоиды,
размером обычно несколько десятков километров. В принципе, плазмоиды не являются чем-то особенным. Ежедневно в атмосфере регистрируется несколько таких естественных образований, возникающих под действием солнечного ветра и быстро рассасывающихся. Но искусственные плазмоиды обладают одной отличительной особенностью. Пока действует накачка, они стабильны и обладают заданными извне характеристиками. Искусственные плазмоиды могут быть использованы, например, для улучшения радиосвязи, когда при определенных параметрах излучения накачки они превращаются в гигантское зеркало, отражающее радиоволны. В настоящее время наиболее значимые плазмоиды, о которых стоит говорить и которые оказывают влияние на человеческую жизнедеятельность, может формировать системы в рамках программы HARP известной. Они способны формировать плазмоиды достаточно крупных размеров, речь идет о площади нескольких гектаров, в ионосфере. Система HARP решает задачу противоракетной обороны, перспективы может решать задачи, а также управление погодообразованием. Вот для этих целей могут формироваться эти плазмоиды. Как правило, эти плазмоиды в ионосфере формируются на высотах где-то порядка от 20 до 30 и выше километров. Невозможность контроля со стороны других стран над применением плазменного оружия делает его опасным не только для страны, на которую непосредственно направляется воздействие, но и для всего мира. В ходе экспериментов с искусственными шаровыми молниями было обнаружено, что энергия, затраченная на создание плазмоида, в десятки раз меньше энергии, которая выделяется в форме тепла при его разрушении. Таким образом, через плазмоид открывается доступ к новым неизвестным высокоэнергетическим слоям структуризации материи. Как заявили в Пентагоне, плазмоид ценен тем, что летящий со скоростью света обладает абсолютным преимуществом в сравнении с противоракетой, перехватывающей цель со скоростью 5 км в секунду. То есть Минобороны США стремится создать систему защиты территории войск объектов от ракетного удара с помощью плазменной решетки, создаваемой системой HARP, в которых будут разрушаться самолеты и ракеты. Фактически, это противоракетное оружие, основанное на новых физических принципах. По сути, HARP – это колоссальная микроволновая печь, чье излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара. Они называют это центром по проведению неклассифицированных исследований. Несколько раз я пытался попасть в этот центр, как политик и как человек, имеющий правительственный допуск к работе с высшим уровнем секретных проектов. Но ни разу в этот центр я допущен так и не был. И как вы думаете, кто финансирует HARP? DARPA, самый секретный отдел Пентагона, выделяя $215 миллионов в год для того, видимо, чтобы изучать явление северного сияния, как официально говорится. И здесь еще один секрет. Помните цунами, сразивший Индонезию? Не было вообще никаких погодных предупреждений о надвигающемся катаклизме. Обычно заранее выпускаются предупреждения о землетрясениях, цунами и тому подобное. И это весьма возможно, что HARP проводил тайные испытания технологий, конечный результат которых и вызвал цунами. В 1993 году было сделано неожиданное открытие из области метеорологических феноменов. Оказалось, что в нижних слоях земной атмосферы присутствуют реки водяных паров, по объемам водосброса способные соперничать с Амазонкой. Эти потоки влаги являются основным механизмом перемещения воды из экваториальных областей к полюсам. Водяной пар способен образовывать относительно узкие полосы шириной 700-800 километров и длиной до 8000 километров. Эти потоки проходят приблизительно в 3 километрах над землей, и объем перемещаемой ими воды составляет около 165 тысяч тонн в секунду. Обнаружено 5 атмосферных рек в северном полушарии и 5 в южных, и каждая имеет свои характерные особенности. Ученые предполагают, что размещенная в нужном месте установка типа HARP может быть использована для изменения направления подобных потоков, что приведет к изменению погодных условий в заданном регионе, или обрушить эти потоки на землю, создав глобальные наводнения в нужном регионе. В самом верху этой экспериментальной камеры генератор облака, ультразвуковой мобилайзер, который образует паровые микрочастицы,
как в обычном облаке в небе. Мы видим, как камера заполняется микроскопическими частицами воды, и небольшое их количество конденсируется на стенках. Внизу камеры установлен трансформатор ELF-волн. Это миниатюрная копия ХАРП-станции. Здесь используется всего 100 ватт, что полностью безопасно. Когда доктор Агни Брукс включает ELF-трансмиттер, волны начинают выстреливать в созданное облако. Облако начинает двигаться наверх камеры, поднимая влагу вверх. Мы использовали около сотни ватт в этом эксперименте. ХАРП использует миллионы ватт. Мы переместили маленькое облачко всего за несколько секунд, а с миллионами ватт можно легко перемещать облака куда угодно с помощью ХАРП. В 1985 году ученый Бернард Исланд получил патент, который претворяли идеи Тесла в реальную жизнь. Многие считают, что эти технологии стали секретным пособием для использования в ХАРП-станциях. Это так называемый Тесла-щит, образуемый вокруг планеты, открытие взрывоопасных свойств частиц атмосферы и лучей смерти. Вот что говорится в патенте Исланда. Изобретение обеспечивает возможность накачки невиданного объема энергии в земную атмосферу в стратегических точках. Можно поднимать обширные участки атмосферы на аномально большую высоту, так что боеголовка встретит неожиданную и неучитываемую силу торможения, и это приведет к ее разрушению или отклонению от курса. Технология ХАРП может быть применена для уничтожения ракет, контроля над системой коммуникаций, а также для управления погодой. Одна из идей применения ХАРП для сдвигания верхнего слоя атмосферы в космическое пространство, которое будет нарушать траекторию движения ракет. Я взял так называемую фазовую лучевую антенну, направление волн, которая может меняться. Представьте микроволновую печь у вас в руках с открытой дверкой. Этот прибор можно перемещать вправо и влево, направляя микроволны в разных направлениях. Это принцип работы антенны, используя которую я смог получить точный контроль мощности волн. По этому типу работают антенны ХАРП. У меня в руках беспроводная лампа, заполненная атмосферным воздухом, подобным составом атмосферы над Землей. Сейчас я положу эту капсулу в микроволновую печь, которая будет облучать ее мощностью в 1 Вт на квадратный сантиметр. С мощностью всего в 1 Вт можно получить эффект нарушения молекул атмосферы. Мы видим активные движения в плазме внутри капсулы, аналогично тому, что произойдет высоко в атмосфере при облучении ионосферы подобными волнами. Это был всего 1 Вт на сантиметр. ХАРП же фокусирует 3,6 миллионов Вт и сжимает их мощнейший миллиардный или гигаваттный узкий пучок. Сжатие гигаватт энергии в тонкий пучок дает внутри этого пучка ту мощную энергию прицельного действия, которая необходима. Жители 6 американских штатов 15 апреля практически пережили конец света. По небу пронесся гигантский огненный шар, который не на шутку напугал очевидцев. Он был очень ярким, почти как солнце, и медленно двигался по небосклону с запада на восток, примерно с четверть часа. Телефоны спасательных служб стали разрываться от звонков с предупреждением о наступившем Армагеддоне. По словам очевидцев, горящее небесное тело распалось на части перед тем, как достичь горизонта. Причем это сопровождалось громким звуком, как при ударе и столкновении, от которого сотрясались дома и деревья. Шар поднимается на темном небе и освещает местность так, как будто ночь внезапно превратилась в день. На видеозаписях видно, как внутри тела происходят процессы, подобные взрывам. Некоторые очевидцы рассказывают о тянущемся за шаром огненном следе. К счастью, никакого вреда странное небесное тело не причинило. Вполне может быть, что это продолжение опытов Теслы в новых условиях. Конечно, я говорю, испытания идут. Различных. Тут из вот нашей атмосферы даже, из ионосферы можно такие чудеса вытворять. Вот. Особенно, когда делается все это безнаказанно. Вот они сегодня и занимаются этим. Мы летели с Камчатки в Австралию и шли в совершенно, так сказать, колоссальном удалении от любого материка. Чистый Тихий океан. И по маршруту следования увидели, как это ночью было, как новогодняя елка. Горит конус громадной величины. В диаметре, по засветке, он порядка 50 километров где-то был, значит, конус. И высотой, я говорю, значительно 15 тысяч. Мои исследования говорят о том, что неудачно заданные параметры излучения могут стать причиной катастрофического выброса энергии. Небо буквально вспыхнет. Практически невозможно вычислить, при какой температуре будет идти реакция и какие изотопы могут при этом образоваться. Следует осознать очень простой факт. Результатом подобных экспериментов
может стать уничтожение всей без исключения массы органического вещества на территории, равной нескольким штатам. Не думаю, что обитатели Земли обрадуются зрелищу пылающей атмосферы, причиной которого может оказаться безответственная самоуверенность экспериментаторов, решивших нанести удар по ионосфере. Доктор Ник Бегич, автор книги «Харп. Оружие Армагеддона», говорит: «Когда я прочитал описание изобретения Николы Тесла и описание к патенту, полученному Бернардом Исландом на его изобретение, я понял, что Харп является прототипом наземной системы оружия «Звездных войн». Основной идеей программы «Звездных войн» было создание своего рода защитного зонта на США для защиты от советских атомных бомб. В 1987 году доктор Эдвард Тейлор говорил о новом компоненте программы «Звездные войны» – лучевом оружии, дислоцированном на Северной Аляске. Не может ли ХАРП оказаться составным элементом этой системы? Система наземного базирования имеет серьезные аргументы в свою пользу по сравнению с космическим оборонительным щитом, поскольку спутники значительно более уязвимы, а эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы на орбите чрезвычайно дорогие. Тейлор продвигал размещение системы лазерных оружий на Аляске. Эта лазерная система была засекречена и открыто не обсуждалась. В 1995 году Конгресс полностью прекратил финансирование программы «Звездные войны», но ХАРП продолжил свое развитие. Администрация Рейгана очень старалась сделать мощный прорыв в создании электромагнитных боевых систем. Это было названо проектом «Спящая красавица». Я был в Америке лет, да уже 12 назад, на таком крупном конгрессе. Когда я туда вошел, так у меня глаза расширились. Я думал, что я приехал на научный конгресс. А там сидели господа с погонами военно-воздушных сил США, там где-то в звании полковников. Вот, и они обсуждали как раз системы типа ХАРП. То есть планарные радиоизлучатели, планарные – это плоские системы. Ну, потому что плоские системы используются вместо вот этих антенн, которые торчат и мешают самолету лететь. Планарно, это просто у вас некий рисунок наносится на крыло, например, самолета, и он никому не мешает, самолет летит, и в то же время он является прекрасным излучателем. В 2002 году в Сенате США состоялись закрытые слушания доклада «Погода как умножитель силы». Вот как американские военные представляют будущее метеосражения. Вся Земля поделена на зоны, где за погодой следят спутники и наземные датчики. Командование армии США в считанные минуты получает метеосводки по региону, где должна пройти войсковая операция. По этим сведениям, военные климатологи выбирают тип климатического удара – засуху, бури или наводнение. Затем самолеты загружают необходимые реагенты и в час пик обрабатывают атмосферу над стороной противника. Военные, подготовившие доклад, рекомендовали законодателям выйти из Конвенции о запрещении военного воздействия на окружающую среду и подчеркивают, что по своему значению климатическое оружие произведет в мире такой же переворот, как первые атомные бомбы. ХАРП в настоящее время предназначен для воздействия главным образом на ионосферу и геофизические процессы. Он способен вызывать землетрясения, он способен вызывать изменения погодообразования, вызывать ураганы. ХАРП способен вызвать нарушения в работе электронных систем управления, систем радиосвязи, навигации. ХАРП способен вывести из строя космические аппараты. Следует также отметить, что над разработкой геофизического оружия работают еще ряд стран. Так, например, Китай тратит 40 миллионов долларов ежегодно и содержит штат из 35 тысяч человек, чтобы вызвать дождь для спасения посевов от засухи или града. А газета Independent в 2001 году писала, что британское министерство обороны готовится к климатическим войнам. В средствах массовой информации утверждалось, что аналогичная подготовка ведется в Израиле, Японии и Южной Корее. В январе 1999 года Европейский Союз назвал ХАРП проектом мирового беспокойства и вынес резолюцию о предоставлении большей информации о возможном риске для здоровья и окружающей среды. Сегодня ученые ведущих мировых держав вплотную приблизились к возможности влиять на погоду. Но человечество должно быть очень осторожно. Цена победы в борьбе с природой может оказаться слишком высокой.
Тех, кто рассчитывал запугать жителей России, летом 2010 года сильно ошибся. Россия за последние 100 лет пережила две мировые войны, голод, разрушение Советского Союза, кризисы и перестройку. Но всегда Россия с честью выходила из тяжелых испытаний.